блин, полярники, перекрестимся, ёбала мать. Ха, на выход. Проходите? Нет? Ну. Так, под джип не попасть. Он хоть и старый, но переедет запросто. Ху, бляха. Вот так вот ветер сдувает с трубы под прямым углом, блин. Там тоже Lexus, смотрите, кругом, блин. Школьники, наверное, фестивалят. Я, короче, иду за хлебушком. Спасибо за донат. Тут иду и звякает, донат поступил. Спасибо. И иду скачивать, закачивать офигенный пласт, который записался с полпинка просто. Рудольф Рольк. И виртуозы Праги. Просто охерительная такая прям тематика. И смотришь в окно под рояль, под волшебный, под оркестр классический. И охреневаешь, никуда не хочется. Если, блин, научиться печь хлеб, я не умею печь хлеб, честно, у меня не хватает терпения. Вот кексы могу печь, могу даже торты делать небольшие, песочные пирожные, эти, заварные. Ну, такие мужики хозяйственные бабам не нужны, короче. Фу, сейчас вот мне надо добежать вон туда, вон. Моему дружбану, блин, у которого охеренно безлимитный, главное быстро интернет, ждать не придется, там 15-20 минут и пласт закачан. Фу, и потом за хлебом, короче, зигзагами, тут видите, дорожки супер сделаны, что они заливаются. Ну я в сапогах. Ёпарас, это вот этого я боялся. Сейчас пару ветра, и он так, вода летит параллельно земле просто, вот так вот горизонтально, под углом градусов 70. Я в зонтике, зонтиком так пошел, и все равно пришел, брюки наполовину мокрые спереди, как она дула, блин. Зонтик тоже мокрый, ну, не спас, короче. Ну, такая вот резко осень наступила. Как говорится, уже все. Школьница с траурным видом, наверное, беременна, короче. Фу. Думает об аборте. Ну, я так шучу, конечно. Черный у меня юмор, да. Видите, потому что не перейти, небо черное. Ну, что Ирич добрый, пушистый. Так, тут они копали, ни хера не сделали, так бросили, уехали. Видите, все, раскопки, короче, закончились ничем. Говно, лужи, блин. Теперь как же пойти, как, чтобы сверху ничего не прилетело. Бывает в такой ветер, листы всякие прилетают, кровля там, антенны вон те вот, которыми облучают. Что мусор у них забить не убирали, что ли, сегодня? Обычно в 10 утра приезжает, в 10:30. Блин, тут тоже лужи. Ну вот я и пришел почти. Все, заходите на буст. Там будет Винос. А YouTube все, мне страйк выписал, я уже говорил утром. 2 октября, Дальний Восток. Осень, блин. В нашем автопарке.